Это перегорает Philips на 36 ватт. Я эту лампу получил от магазина. Она перегорала в холодильнике. И думаете, что поменять в холодильнике в торговом, знаете, сколько нужно человек? 3. 2 держат полки, другой достает лампу. Все так. Вот неисправный. Вот. Говорит, стартер неисправный, но... И, кстати, мне попался... Дело в том, что я еще один ремонтировал холодильник. Просто кто-то перерезал провода. И мне достался вот такой стартер. Ну, я обрезал вот один элемент, просто ушел в коробки. Ну, специально такая штучка висит. И все. И он просто был... Не хотел зажигать. Сейчас я покажу, как он не хочет зажигать лампу. Ну вот я поставил. И вот он. Видите, он даже он еле пытается зажигать лампу. Немножко баланс у меня этот. Вот еще. Показываем маркировку. Сделано в Польше. Вы, кстати, помню, если кто видел на стриме, где я палил лампу. Вот. Я палил такую же, только поменьше. И вот я кое-что сделал. Теперь светильник, он у меня теперь висит. Так что... Так что... Сейчас следующий старт. А вот я другой поставил. Так что? Ну все, видео я заканчиваю.